Привет всем! Тема этого видео – смарт-часы, отзывы покупателей. Умные часы недорого, дешево из Китая на Алиэкспресс. Кому-то смарт-часы кажутся ненужными, но немало людей, которым эти гаджеты очень помогают и очень модны. Такие часы продаются везде, но предлагаю посмотреть часы, которые продаются на Алиэкспресс, потому что там можно купить более по выгодным ценам. Тут есть дешевые и дорогие, можно найти, выписать и купить этот товар от первых рук гораздо дешевле. Но следует помнить, что для покупки лучше прочитать отзывы от покупателей. А делается это вот так. Переходим ниже по ссылке. Отсортируем по заказам. Выявляем самые продаваемые умные часы на Алиэкспресс, чтобы потом по желанию выписать из Китая. Система отсортирует и на верхнем ряду покажет, какие смарт-часы больше всего продаются на платформе. Те, которые продаются много, значит самые востребованные, самые хорошие цены на этот товар. И у продавца раз так много он продает, значит и можно довериться. После этого переходим по каждой из них, которые привлекают наше внимание, и читаем характеристику и отзывы покупателей на именно этот смарт-часы. Тут самые правдоподобные отзывы именно от покупателей. Вот и все. По-моему, ничего трудного тут нету. Обычно покупаемый товар доставляется в течение от 1 до 5 недель. Обязательно читаем и находим информацию, на какой максимальный срок продавец обещает доставить товар. Эта информация отображается и в личном кабинете. Если истек время и товар не доставлен, сразу жмем на кнопку возле этого товара в личном кабинете и открываем спор. Продавец разберется или не разберется, это уже не наша проблема. Через несколько дней Алиэкспресс вам вернет деньги. Вот и закончился наш маленький обзорчик по теме «Смарт умные часы на Алиэкспресс» и отзывы покупателей. И если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Как я говорил, ссылку вы найдете внизу в описании этого видео. Ставим лайки, если что-то вам понравится в этом видео. А если не понравится, можно и дизлайк. Подписывайтесь на канал и удачи вам. Спасибо за внимание.